преодолеть себя, но не жалеть врага. Там жалеть уже некого. Идти до последнего. Только мужество спасет вашу жизнь. Трусость ни к чему хорошему не приведет. Трусость убивает, а мужество спасает. Вначале надо поставить глаза, потом дальше уже набирать форму. Че, братик, как дела-то? Ну, нормально, нормально. Идете? Макс еще увезли? А? Макс увезли? Макса уже все, похоронили. Хоронили? Да. Голанова, да? Да, да, да. Давай здесь звонок Сейчас будет линейка, 1 сентября, школьное присвоенное имя Тимофея Андреевича Шишлакова. Вот у нас баннер висит, который с трудом удалось пробить. Такое чувство, как месть, она, наверное, не присуща русскому воину, но вместе с тем, каждый из наших бойцов однозначно несет возмездие, вкладывая душу при успешном выполнении тех или иных задач. Он помнит о своих погибших, к сожалению, боевых товарищах и, безусловно, помнит о Тимофее. Звени звонок, уроки открываем. Дети – это же наше будущее, то есть в том числе, наверное, даже в большей степени за них мы сейчас боремся, за их светлое будущее. И вот, чтобы вы понимали, ну, я одинаково отношусь к письму от бабушки, там, старенькой, и от, там, молодого, там, ну, мальчика, девочки, неважно, там, третий, четвертый, пятый класс. Вот по себе скажу, когда читаешь, ну, комок к горлу подходит. Очень иногда пишут такие мудрые и правильные вещи, ну, так сказать, даже не по возрасту, вот так вот. Поэтому это все равно, это тепло домашнее и поддержка. Отрадно, что в честь Тимофея названа школа, в которой он учился. И, к сожалению, в своей жизни, в части, касающейся выполнения задач специальной военной операции, Тимофей не успел завершить. Но вместе с тем его отец, Андрей Николаевич, он стал для личного состава полка, как, можно сказать, отец
И я уверен, что в каждом военнослужащем нашего полка он видит своего сына. Делаешь, а оно не нравится, потом приходится переделывать. Ну, как-то до конца не успокаиваешься. Когда ты именно в мозаике, процесс долгий, и сегодня ты в одном находишь состояние. Завтра в другом, через некоторое время свет по-другому попал, еще что-то, как бы образ открывается, но по-другому. И думаешь, надо было так. И процесс такой живой, он до конца. Постоянно что-то хочется переделывать. Ну, это, наверное, нормально так у любого художника. То есть такой процесс интересный. Чувств очень много внутри, конечно. Все кипит, все. Я даже в последнее время стесняюсь заходить в церковь, потому что с такими мыслями нельзя. Ну, когда-то захожу, но когда-то заходит супруга, а я остаюсь снаружи. Вот, конечно, когда посмотрев то, что наснимали украинцы, вот, внутри все кипит, требует отмщения. Вот, знаю даже больше, скажу, что сын бы это не одобрил, то, что кипит у меня внутри. Вот, сам его учил немножко другому. Рвусь из сил. Из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера и заели, хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень, на снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делаются и торпоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции, видно в детстве слепые щенки. Мы волчата сосали волчицу и всосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы торфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Гадяцьке сафарі, про нього будуть ходити легенди, тому що абсолютно всі, і от згуртованість була просто шалена. Ніхто не хотів бачити на території цих рашистів, і максимально всі робили все, хто ж міг, аби тільки їх не пропустити. Вони прямо так і говорять, що техніка висохла, танки встали, екіпажі почали розбігатися. Мы их начали ловить, отстреливать. Кого отстреливать, кого в плен брать. Вот. Сначала несколько танков сожгли, а потом говорят, а для чего мы их жгем? Они нам сейчас пригодятся. Что такое танк без топлива? Просто коробка. Банка шерстяная. Подогнали топливозаправщик, заправили, сели и поехали воевать против нашей армии. Ребята зашли туда, не сделав ни одного выстрела. Они не оккупанты. Они шли не 2 километра, не 5, не 10, не сделав ни одного. В них стреляли. Машины все, колеса все прострочены. У них не было, вообще был приказ не стрелять. Они не сделали ни одного выстрела. По крайней мере, они не, я лично знаю, что вот мой сын не убил ни одного. Не то, что там солдат или чего-то, гражданского точно. Ни детей, ни этих, они прикрывали их собой. Потому что, ну, воспитаны так все равно. Поэтому нельзя так было с нашими ребятами. И на самом деле это наша земля. Все говорят, вы оккупант. Нет, это наша земля.
По этой земле шел мой дед. Он ее защищал. В этой земле, которую сейчас ребята опять освобождают, еще сколько останков лежит. Таких же дедов и прадедов. Они должны лежать в своей земле, они оккупированы фашистами. Гадическое сафари, Полтавская область, Гадичевский район, поселок Веприк. Гадическое сафари, там столько героев получили. Они отстреливали наших бойцов, отлавливали по лесам. Вот, забирали технику. И последний раз я видел, под Артемовкой показывали танк Т-80. Который был захвачен еще тогда, который воевал против нас. Мне, как человеку военному, непонятно. Я не понимаю верхнее руководство того же командующего армии, генерал-лейтенанта. Для меня это не человек. Как и на что надеялись. Вот. Видимо, когда поняли, решили возвращаться. У меня этот вопрос был постоянно, постоянно. Почему не забрали тела, если вы оттуда выходили дорогой, которая проходила рядом? Почему не послали тут же кого-то на выручку и так далее? Вопрос в пустоту. Это на совести командира дивизии, которую в конце концов сняли, я не знаю, куда его там, я знаю, что его осудили. Разжаловали, может быть, где он и чего. Ну, видимо, тоже прячут, знают, что его бы нашли. Я бы хотел его найти. Так же, как командующую армией сейчас, говорят, на какую-то должность придумали. Он из небытия вдруг вернулся. Хотя, как можно таким людям давать какие-то дальше должности, я не знаю. Не, ну, конечно, с душой надо делать. Качественно, с душой. Будет лепнина. Уже отдельные элементы будут делаться лепниной. А внутри будет уже из кирпича рисунок. Вовнутрь будет рисунок. Все его помнят. Это просто жизнь закончилась. Эти деньги, кровавые деньги. Вот мы на эти деньги, говорю, я копейки не возьму. Говорю, мы строим часовню. Если бы я не нашла бы выход, я бы, не знаю, я отдала бы их куда-то, не знаю, в детский дом, не знаю, на какой-то... Ну, точно, мне не нужны. Это деньги, это жизнь моего сына. Она не стоит столько, она бесценна. Как мама, хочу, чтобы все остальные ребята вернулись с войны живыми. Это очень важно. Это важно здесь, для живущих. И вообще, жизнь-то, да, она дается один раз. Нужно вернуться живым. Возвращайтесь живым. Ждем. Но влекут меня сонной державою, что раскисла, опухла от сна. Словно семь богатых лун на пути моем встает, то мне птица Камаюн надежду подает. Душу сбитую утратами да дратами, душу стертую перекатами, если до крови лоскут истончал золотаю, золотыми я заплатами, чтобы чаще Господь замечал. Эмоции ушли на задний план.
только тогда, когда я увидел, как при мне вскрыли цинк. То есть я ездил с отцом. Я первый день я ездил с ними, мы встретили гроб, когда его привезли с аэропорта. А на следующий день мы только с Андреем Николаевичем вдвоем поехали на вскрытие его. И вот когда я увидел его, ну, про себя первые слова, которые пришли, ну, наконец-то ты дома, друг. То есть, ну, дождался. Вот. И, наверное, там, попросив прощения, попрощавшись, и уже встретив его, ну, приняв, что он дома, вернулся на свою землю, у меня ушли все эмоции на задний план. То есть я ехал обратно, и для меня это было очень странное чувство, потому что мне стало легче. То есть нету уже, наверное, первоначально вообще никаких эмоций не было. Я ехал просто, я встретил. К сожалению, на похоронах не получилось побывать, потому что в этот момент как раз я уже летел сюда. И в тот момент, когда я только приземлился, я начал отписывать родным, жене, что приземлился, долетел, все хорошо. И мне жена говорит, как только пришло сообщение, что я долетел, в этот момент гроб, ну, опустили. То есть вот прям секунда в секунду. Чувство тревоги, что я увижу, ну, страшно будет то, что я там увижу. Повезло, что его быстро подобрали и, видимо, в морозильную камеру поместили. Он довольно-таки хорошо сохранился, но, честно, я не узнал в нем Тимофея. У него нет вот этого вот румянец на щеках, который у него был всегда. Но, тем не менее, я понимал, что это он. Вот. Какой бы он ни вернулся, ну, я рад, что он вернулся. Что все-таки есть куда сходить. Я в отпуске ходил на могилу, общался с ним долго. Сидел, разговаривал. Обидно. Просто у нас получилось так, что он выпустился, женился. Мы зимой приезжал я к нему в Нарофоминск в отпуске. Мы там у него были, сидели, много-много общались. Вот. А уже моего выпуска и моей свадьбы он не дождался. Кажется, 23 года, что может случиться? Вся жизнь впереди. И как бы с человеком думаешь еще, ну, сегодня не могу позвонить, позвоню завтра, все расскажу, а завтра просто не настало, и столько недосказанного остается. Что делать? Надо жить дальше. И не за себя одного уже, а за него тоже. Самое интересное, Жень, последний раз, когда мы приехали в январе, да, туда, в Кантемировку, в Нарофоминске. А перед этим Тимофей, они перед Новым годом, после Нового года разгребали, искали контрактников по всей стране. Контрактники разбегаются и все, не хотят служить и так далее. Получают контракт и уезжают домой. Да, ну удобно же. Деньги идут и все. Ну и командир полка поднял этот вопрос. Тут столько всего было. Его чуть ли не увольнять, этот командующий армией, вместе с начальником штаба армии, это первый танковый, и так далее. Нет, что он показал, что да. Сколько числится и сколько на самом деле. И тут мне Тимофей рассказывает, говорит, оказывается, контрактников ловили на КПП, рэкет, причем между такая группировка, там был хохол, узбек, наш какой-то, то есть тут они их ловили, били, сажали в машину, везли до первого банкомата, снимали деньги и забирали. А где полиция, а где ФСБ? Я еще, у меня, конечно, волосы, если бы были, встали бы дыбом, я сказал, я бы взял просто пистолет, заступив в наряд, застрелил бы сразу же. То же самое в Чите. По всей стране в вооруженных силах это творилось. Вот это вот беспредел этот. И вот эта армия пошла туда воевать. Я вообще тут в шоке от этого всего. Ну, сейчас, наверное, уже не так. Это очень тяжелые дни, безумно тяжелые. В 22-м году стояла вот такая вот похожая на сегодня погода. И ребята в это время все живые.
собирались на учения. Под городом Сватово, ЛНР, Луганской Народной Республики. Ребята, во время того, как копали окопы, нашли коробочку. Металлическую коробочку из-под чая, а в ней лежали, уже, видимо, не один год лежали вот эти медали. Это юбилейные медали Победы. То есть либо родственники, либо сам ветеран, участник Великой Отечественной войны, это прикопали в огороде, потому что, ну, по местности было понятно, что это огороды. Вот. То ли потому, что было нельзя, потому что украинцы отреклись от своей победы Великой Отечественной войны, да, о своем большом вкладе украинского народа в победу в Великой Отечественной войне, то ли для того, что нельзя было одеть эти медали. Они находились не в доме, в Красном углу, как говорится, да, на видном месте, не передавались внукам, правнукам. Их просто закопали. От школьных. А тебе говорят, что ты больной человек. Да, я больной, я болен этой войной. Да. Я болен этой войной, я буду болеть ей до конца. Потому что нужно сохранять память. Смотрю новости Владимирского региона, вообще ноль. Ноль. Как может, у них же сейчас во всех областях министерства, министр безопасности инструктирует, провожает на СВО добровольцев, там инструктирует, родина вас не забудет. И тут же игнорируют меня, отца, погибшего офицера. С днем рождения тебя, сынок. Это твой любимый торт. Черненький с беленьким, как бабушка пекла. Так что это тебе? Спасибо, что ты с нами. Пока у тебя не сильная мама. Сильной буду, когда немножко перестану плакать. Обещаю. Прости, не могу пока. Я тебя очень люблю с папой, мы тебя очень любим. Поздравляем. С твоим 25-м. Живем? Живем. А как будто бы, я не знаю, как будто снимаем фильм, как будто это все не с нами происходит. Вот сегодня день рождения. Приезжаем на кладбище, все, что тут делаем. Ну, когда вот взгляд падает на вот эту табличку. Она возвращает действительность. Никогда не думал, что так. На войну не только дети уходят, но все выходят их родители. На каждом этапе, как правило, ну, дело Божие, и на каждом этапе возникают какие-то свои сложности, искушения. Это все приходится преодолевать. Вот в этом и сложность, наверное, может быть, отличается от каких-то других видов искусств, ну, не связанных с церковным. Противостояние большое, я думаю, что и внутри самого человека, и какие-то внешние факты. То есть враг не дремлет. Тем больше кандемировская дивизия. На секундочку. Це, ну... Вибачте, це доволі серйозний підрозділ російський. І він мог поповнитися. Але завдяки саме Гадяцькому сафарі Кандемірська дивізія кончилась. Росіяни, коли зайшли на територію Сумської, а потім і Полтавської області,
Вони були як сліпі котята. Перед тим ми проїхали, познімали знаки. Я так розумію, дістали якісь карти там якогось давнього року. Ми йшли як на парад. Йшли на Київ. У нас перші погибші були тут же, в течение, через час після того, як пересекли границю. Оказалось, что наше командование генерала разделились на генералов военного времени и мирного времени, к сожалению. Генералы у нас оказались неподготовлены. Полк взял город Тростенец с боем. Прошла команда двигаться дальше. Тыловые подразделения дивизии пошли обратно, чтобы подвести боеприпасы, топливо и так далее. То дівчата туди не ходили, а хлопці, ну якби лазунчиками проходили, виявляли ці місця, звісно, що передавали. Потім ми туди виїжджали, перепровіряли цю інформацію. Ну він дзвонив, казав, є, все, ми поїхали, перепровірили, все. Потім ці координати передавалися на генеральний штаб. Я вже підійшов дуже близько, і мене солдат російський замітив, я його теж побачив. І я почав відтіля тікати. Я думав, зараз як буде стріляти, я просто впаду на землю, хай він перестріляє, а тоді поповзу в ліс. Ну, він не стріляв, слава Богу, в той момент. Поэтому я знаю, хто конкретно, він прямо так, это за слов із цього фільму. Коли цей товариш лазутчик так розказує, я підійшов до забору, посмотрел в щель в заборі, а там три солдата топливо закачують. Я, говорит, позвонив, тут же під'їхали на ДРГ, я им сказал, какую точку, встретил их в лесу, подвел к этому забору. И очередной раз, когда подъехал топливозаправщик заливать в себя топливо, вот мы его расстреляли из гранатомета. Погибли они 28 февраля. Вот и все. 22 февраля мы чисто женским коллективом, потому что мужчин не было, мужчины все были на учениях, отмечали и пили за мирное небо над головой. Конечно, мы тогда не знали. Скажу больше, даже командование не знало до последнего, будем мы туда заходить или не будем. Вечером 23 февраля мне начали поступать тревожные звонки. Вы знаете, мне 10 лет назад один из моих учителей, замполитов, сказал, что нет ничего надежнее слухов в среде жен военнослужащих. Я никогда не относилась к слухам как к источнику информации вообще, как, знаете, просто как белый шум воспринимала. Но 23 февраля начались мне звонки с просьбой передать там командованию, потому что все знали, что я на связи с командованием. Вот, с просьбой передать командованию о том, что мужчины волнуются. Мужчины в своих разговорах между женами передавали свои страхи и волнения. И попросили меня передать о том, что такие вот настроения, скажем так, не самые героические в полку на тот момент в лагере. Я позвонила командиру. Командир был на нервах, мягко говоря. Сорвавшимся голосом он там давал команды какие-то, была суета, это после обеда. 24 февраля мы пришли на работу, в телеграм-каналах мы увидели вот эти сообщения, что там, да, там в 4-5 утра началась бомбардировка аэродромов украинских, вот так вот все подъемно восприняли. Ближе к обеду, часов в 14, мне коллеги мои начали присылать фотографии наших первых пленных ребят. Вот тогда для меня началось СВО. Это страшно. Это страшно, не дай бог, испытать, потому что мне сразу начали писать: Ольга Николаевна, это фейк, скажите, это фейк. А я вижу на этих фотографиях плененных ребят, обезоруженных, стоящих с руками за спиной наших ребят-контрактников с соседней казармы. Говорили о числах, о совпадениях, о везении, кому-то. Ну, как бывает же числа у каждого человека, есть какое-то счастливое число, есть какое-то, да. И каждый называл свои числа, там, я, папа, там. А он сразу сказал, говорит, а у меня 28-е. В смысле? А, говорит, 28-е, говорит, число у меня, говорит, как и счастливое, так и, вот одно число. И беда, и счастье, говорит, в одном числе. Мы как-то так еще посмеялись, да ладно, говорю, 28-е. Но почему-то после 24 февраля я это вспомнила. И я так боялась 28
числа любого месяца. Но сначала мне надо было пережить 28 февраля. И я это прямо вот, ну, мысленно говорю: сынок, держись. Ну, мы это узнали позже, 28 число прошло, наступило 1 марта. Мы звонили в часть, нам говорили, все хорошо, воюет, и я успокоилась. Я почему-то была спокойна до следующего 28-го. Вот не знаю, это может такое психологическое. Вот, а мы 4,5 месяца искали. Куда только не обращались, писали везде. И приемные президенты, и Министерство обороны, и прокуратуру, куда только не писали. Куда мы только не обращались, и к Богу, и к черту обращались, да, чтобы выяснить вот все эти обстоятельства. Нам сообщили, и потом этому офицеру очень сильно попал, что он сообщил, потому что на самом деле нельзя было сообщать, что без вести пропал человек до поры до времени, пока они... Вот, ну, спасибо ему большое. Я хочу сказать, что, ну, тут у нас мнения расходятся, вот, Министерством обороны, скажем, и я-то как мать говорю, нельзя так относиться, нельзя ни к женам, ни к родителям, ни к каким-то близким родственникам. Нужно, это тяжело, это, да, ну, как мне сказали, вы понимаете, бывает 1% ребята, ну, вдруг оказываются живыми, а мы сообщаем вам, что он там. Но вы же, говорю, не сообщаете, что он погиб. Вы мне хоть скажите, что без вести пропал. Это тоже же ни о чем не говорит, что человек погиб. Ну, я уже знаю, я буду его искать. Или буду там, не знаю, какие-то... Или искать, или, не знаю, другие находить пути какие-то, да, что уже что-то с ним случилось. Я должна это знать была. То есть нельзя так относиться к родственникам, нельзя. Да, там есть, что люди им сообщали, мне сказали, что там вплоть до смерти, до реанимации родители, а сын потом оказался живым. Но вы знаете, даже в таком случае лучше бы я умерла, но у меня сын был бы живым. Не надо, знаю, ты рядом с нами. И просишь, но слезы сами текут солеными щеками. Ловлю слова, дрожа губами, твой шепот дней звучит слогами. Ты мать, и ты одна, как родина моя. Не плачь, утешься этим. Я погиб. Не уходи, постой. Меня сомненья душит. Что есть покой, когда меня так мучит? Я мать. Я знаю боль не только родов. И крови, соли, и смерть походов. Что вижу я вокруг? Хочу, как ты, забыв печали, мук, с тобою рядом быть. Я мать, и я одна, как родина твоя, должна терпеть, взывая сыновей вновь из земли подняться. Я мать, я знаю боль не только родов, встречать и провожать в огне, минуя бродов. И если б вспять, вернуть назад, готова вновь родить и вновь отдать. Я родина, я мать. И в легком ветре дуновения безмолвием страшит печально заклинание твое дыхание. Ты мать, и ты одна, как родина моя. Мама, какая вы сильная! Это мне сказал мальчишка, который Тиму привез. Он старший лейтенант, ну тоже он как бы. И у него такая была незавидная должность, обязанность. Первого полгода он возил по всей стране погибших наших ребят. Ну, вот когда с Ростова развозил, и, то есть он видел очень много, да, допустим, как раз вот самого страшного, да, в семью привести сына. И говорит, поверьте мне, я видел очень много. Ну, за эти полгода реакции родителей и всего, говорит. Ну, вот это его слова, это не мы, я не знаю, что он видел, тоже. Он сказал, вы очень сильная мама. Хотя, я говорю, какая сильная мама? Говорит, вы, я стараюсь быть достойной сына своего. Сейчас только так. Только достойной. Нам до него еще очень далеко. Я поняла, насколько он был сильной душой. У нас в Ербенте тоже есть храм православный. Я хожу туда. Я ставлю там 3 свечи за упокой. Тимофея, Егора и Меркерима. Когда мне... сказали, что моего сына уже привезут. Мы узнали, что уже они умерли.
Мне сказали, что есть еще одна мать, которая погибли вместе. Хочет приехать, вы не против? Я сказала, я только за. И вот приехала Оля. Мы с ней увиделись, обнялись. И с того дня мы вот, сестры, горе нас объединило. Самое страшное, что такие отцы уходят. А он был лучшим отцом своего ребенка. Я таких отцов не видела. Он был для него и как отец, и как мать. Он не давал мне его купать. Все делал так же, как я. Даже больше. Ребенок был всегда больше к нему привязан, чем ко мне. И самое страшное, что такого отца больше нет. И, скорее всего, даже не удивлюсь, если он так же захочет быть военным, как отец и его дедушка. Скорее всего, мне кажется, это он и выберет. Я бы хотела, чтобы не было никогда войны. У каждого разговор с Богом свой. Да, поэтому сакральное чувство каждого человека, каждого верующего. Вот. А здесь такое, как бы мы считаем, что мероприятие оно правильно, да, не только правильно во всем. Да, и в нынешней ситуации, естественно, абсолютно. У нас же сейчас воюют все, да, потому что Россия наша была многонациональная всегда всю жизнь, да, и была дружная. Да, вот поэтому на войне 41-е годы любые войны всегда объединялся весь народ наш. Да, и шли вместе защищать нашу Родину. Потому что наша вся земля, в принципе, Русь, она вся в крови. Да, и мучеников, и исповедников, и праведников, и всех, кто воевал и воюет за всю Русь. И воевал и в древние времена, да, если мы возьмем, она шла на вся залитую кровь. Я очень рада, что моего сына имя будет в этом часовне. Ольга мне, она приезжала в Дербент, летом были, она мне спрашивала, Амина, можно? Я сказала, я очень рада, что вы еще напишете моего сына. Это вечная память. Какая разница, Бог Всевышний один у нас. Я согласна. Когда люди вместе плечом к плечу защищают свою родину от врага, то имена, они написаны уже самим Богом. А если в храме они будут рядом, там, как и в жизни они были, как и воевали рядом, это же подчеркивает единство наших народов, нашей страны многонациональной, всегда плечом к плечу одерживали победу над врагом видимым. И тем самым и в истории, и в жизни они должны быть рядом. Поэтому это очень даже, я думаю, самый важный акцент и момент, что мы должны везде как можно не разделять ребят и не разделять людей, а объединять и все вместе создавать и сохранять память о подвигах наших вот воинов-героев. В синем небе колокольнями проколотом медный колокол, то ли возрадовался, то ли осерчал. Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал. Он всегда говорил, я пойду по отцовским следам, тоже буду военной. Он с детства мечтал быть военной. Он учился в Баку, в Высшей военной академии Гейдара Алиева. Но когда он узнал, что он должен остаться в Баку, он сказал, мама, я не хочу там остаться, я хочу быть в Дагестане, в России быть. Я когда на Рафаминске 2 месяца у них жила, он шел на работу. Он когда одевался, всегда перед зеркалом. Придет, мам, ну как я тебе, красавчик? Я говорю, тебе очень идет, сынок. И вот видишь, я не напрасно был военный. Когда сказали, что он погиб, когда его жена нашла в группе в Телеграме фото неизвестных солдатов, когда там украинцы выкладывали, там был виден его крестик, лейтенантские погоны, ну и по лицу похожий человек. Молились.
была связь какая-то, наверное, внутренняя. Но я как мать, я молилась. Больше никак не спала. Нам же писали, ну не мне, мы потом узнали, Свете писали. ВСУ там, ну вот эти все, да, фотографии присылали. Было очень тяжело. Для молодой девчонки выпало, конечно, тоже очень. Окунуться сразу в такое. Потом узнали, она даже нам тоже не говорила, что присылали. Посмотри, это твой муж. Он у нас в плену, да, фотографии присылали. Она пыталась найти знакомую, говорю, Света. Она говорит, я вдруг это Тима. Ну, правда, присылали потом фотографии, она мне показывала, таких, ну, похожих очень на сына людей, поэтому, да, чем-то и приходилось прямо всматриваться, что это может он. Ну, всяко было, да. Угрожали звонками и всеми. Это. За эти дни, да, много прошли. Он заболел и умер. Все. Он заблудился. Заблудился. Это была первая его ошибка. Вторая была, он заблудился в Украине. А третья, последняя, он сдох. Слава украинской артиллерии. Так а что его показать? Его собаки доедят, да и все. Я знаю, по крайней мере, кто знал Тиму. Они за него мстят. За смерть ребят нужно. Раз пошла такая война, нужно. Для чего они забрали тела? Я так понимаю, что они думали, что они сейчас победят. И они их держали замороженными, что будут нам их продавать. А нам все же повезло, что забрал Красный Крест. Поэтому мы даже хранили в открытом гробу, потому что тело сохранилось. Хотя ребята были обгоревшие. Не трогайте пока, пацаны. Тихонько, аккуратно. Целая. Наша колонна. Это наша колонна. Это наша колонна. Смотрите, где еще пацаны лежат. Смотрите, что осталось оружие. Еще один наш парень лежит. Пацаны, документы посмотрите у него. Еще есть? Да, смотрите, еще. Достать тут жесткие кобуры. Аккуратно веревку возьмите, перевернуть. Я пошел дальше. Посмотри. Вот мой брюдака, в брюдаках лежат документы. Я не пойму, с чего это. Раненый? Да, пока убирают, родители живут. Внимательно, смотрите по сторонам. Где еще пацаны наши? Еще один. Где? Лицо бы увидеть, чтобы заснять. Внимание. Еще один наш. Вон портфель, посмотри, мой документы там. И машина еще, видишь, включена. Да никуда мы не сможем. Так, смотрите, пацаны, тут станция есть. Надо выйти на связь. Станция работает, пацаны. Алло, прием, прием. Кто слышит меня, прием? Кто слышит меня, прием? Всегда был вопрос, зачем наши военные мертвые, зачем? У меня был всегда вопрос к ним, вам зачем мой сын мертвый, вот скажите. Ну, во-первых, для того, чтобы поиздеваться, да, вот, долго лучше не отдавать, типа вот, они же знают, как, все равно они прекрасно знают, что очень дорого мамам. И второе, что, ну они же сказали, мы же победим, вы будете своих детей выкупать у нас. И мы еще и озолотимся на этом. Да, сказали, что мы победим. Вы своих детей у нас еще будете за большие. Если нужен будет сын, за любые деньги отдашь. Да я сейчас, говорю, готова отдать. Без вашей победы. Нет. Так вот.
Да. Там вот так вот у них все на деньги. До того, как вот начали обменивать азовцев, ни одного тела обменено не было, выдано нашей стороне. Это мы напрямую общались с Красным Крестом. Единственный, кто с нами по-хорошему общался и не прятался, а говорил откровенно, что и как, это Красный Крест наш. Вот. И Москалькова. Итак, ребята, с сегодняшнего дня вы будете учащимися Костеревской средней общеобразовательной школы номер 3 имени гвардии лейтенанта Шишлакова Тимофея Андреевича. Одна женщина увидела сон, как Тима бегает по коридорам, вот так вот, как он вот эти руки делает, как я люблю показывать, и кричит: «Я дома, я дома!» Поэтому я хочу обратиться к нему, потому что он здесь. Наверное, есть какие-то у тебя, солнышко, недостатки, но мы о них не знаем. Это какая сила воли у тебя, если ты так умеешь бороться с тем, что не хотел бы ты нести вот в общество какие-то негативные качества. Потому что не верится же, что человек без недостатков. А в Тиме вот я не видела. Ну вот не видела. Тима был вообще, как мой папа говорит, самый яркий человек в нашем классе. Всегда улыбался. Всегда вообще самый активный. Все, вел все мероприятия. С нами во всех сценках участвовал. Вообще всех обожал, всем помогал. Мне кажется, мы закончили 10-11 благодаря только Тиме. Потому что он решал вообще контрольные всем. Все тесты себе решит. Там за 5 минут всему классу все решит. Какие-то шпаргалки, что-то там напишет, значит, всем даст. Но Тима — это вообще просто. Я не знаю, золотой человек. Таких вообще... Я не знаю, таких я вообще не встречала, честно. Я бы, наверное, сказала спасибо за то, что ты такой. Вот настоящий Тима, солнышко, спасибо тебе, что ты вырос в это сложное время каким-то идеальным человеком. Вот он, Тимин погон, которым был убит. Ну, это, наверное, уже и Красному Кресту с той стороны, что они это сохранили. То есть они не выбросили, они сорвали этот погон, когда он лежал мертвый, они положили ему на грудь, что вот лейтенант, получайте. Но для меня это важно, потому что даже вот, если увидно, тут кровь запеклась, он был ранен в шею. Да, и была сорвана, ну, цепочка, ну, цепочку с крестиком. Я тоже жене дала, супруге, она попросила, мы так уж поделили. А у нее еще был тоже мы дарили родителям еще в школе ангела-хранителя. Тоже остался на нем? Да, да, это было прямо на нем и было сохранено. Вот ангел-хранитель тоже, да, вот с этим. Я сейчас его всегда с собой ношу. Это сейчас мои обереги. Извините, вы, да. Мои руки тогда давайте. Нет, нет, это. И вот шеврон Ямпольского полка. Ну, то, что тоже был на Тиме. Ну, тут обычно, когда. Это было все, да. Сорвано, конечно, но положили в карман там или куда-то. И все передано вместе с телом. Что-то хоть. Потому что я знаю, что от некоторых вообще ничего не остается. Ну, вот с кем погибли ребята, ничего не передали. Ну, может, что-то и было, но они не передали ли там. Это еще первые дни войны, и они как-то еще соблюдали. Ну вот, надо отдать должное, что передали. У меня были счастливые 23 года. Очень. Мы никогда не сможем разделить боль родителей. Но мы можем помнить. Вырастили сына мы с большой буквы. Человека с большой буквы. Патриота. Ну, я, в отличие от Андрея Николаевича, человек вообще не военный. Я не знаю, что такое тактика, что такое там наступление. Я вот это не знаю. Я единственное, мне безумно больно. Мысли, которые не дают мне покоя, это вернуть территории, где до сих пор лежат наши ребята. Сумская, Харьковская, Черниговская область. Это
Просто вот если мы их не вернем, тогда смысла нету специальной военной операции. Своих бросать нельзя. Далеко ну, потому что здесь воевал и погиб мой сын. Ну как ты думаешь, куда? Здесь все родное. Где у нас две наши? Как можно его оставить? Поэтому чем можем, помогаем. Здесь все родное. Просто вот сама обстановка, сама. Да, где-то там стреляют, где-то что-то там взрывается. Это кого-то, может быть, это пугает, но как в свою родную стихию возвращаешься. Вот это вот поле, это грязь, это вот. Это все свое. Эмоциональный подъем, хочется здесь остаться. Много переживаний, честно говоря. Вплоть до того, что до слез. Ну, я бы поступила точно так же. Я даже знаю, Андрей Николаевич не говорит там про кого-то, не хоть кого-то. Это может он озвучит хоть кого-то. У него есть конкретное имя, фамилия человека, которого он, как отец, обязан ликвидировать. Я поступила точно так же на его месте. Однозначно. Пусть говорят, да, там, что месть – это там чувство слабого, да, Бог простит. Такая чушь просто. Нет, желательно, чтобы наказание не понесли при жизни. Согласна, поддержу Андрея Николаевича. Скорее всего, дострою часовню, если позволит здоровье, уйду. Тем более сейчас офицерам продлили до 65. Я и полк приму легко. Такова она профессия такая, что тем более идет война. Ну, память всегда остается, в принципе, только ну, помнить. Живем только тем, что ждем победы, болеем за наших ребят. Мы стараемся помочь, чем можем. Сохранить хотя бы память, хотя натыкаемся кругом на такие стены непонимания, что тяжело. Особенно во Владимирской области такое непонимание со стороны администрации, со стороны руководства. Они считают, что погибших поминать еще рано. Нужно помогать живым. Вы слишком много хотите. В то же время, поехав, ездили на похороны в Дагестан. Там, где у нас Россия? Россия, наверное, там. Там совершенно другое отношение. В нашем ЖКХ ничего не значит, даже не сильно высокий чиновник, да просто там, да, клерк какая-то сидела. Чисто справку мне нужно было получить, что Тима там не прописан был. И очень долго я ее ждала, и уже тоже, говорю, да в конце концов она. Что вы хотите? Не я его туда посылала. Мне что сейчас на колени перед вами встать, что ваш сын погиб? Непробиваемая стена чиновнича. Непробиваемая. Причем ни год назад, ни сейчас. Ничто не изменилось. Не знаю, изменится ли вообще. Наверное, изменится тогда, когда придут ребята и будут уже они требовать что-то, а они будут. Всем, кто будет смотреть, чтобы ценили моменты, когда люди есть рядом. Его просто может потом не быть. Я вам хочу сказать, что вы делаете благое дело. Своей бескорыстной помощью вы вносите бесценный вклад в достижение нашей общей победы. Я, командование и личный состав полка хотим вас видеть у нас в гостях как можно чаще. Приезжайте без подарков, просто приезжайте сами. Общение это тоже дорогого стоит.
Я вам желаю удачно доехать. Берегите себя. А родина одна-одна. И мама одна. Какая есть. Смешно, не правда ли? Смешно, смешно. А он шутил, не дошутил. Не дораспробовал вино. И даже не допригубил. Он пока лишь затеивал спор, спор. Неуверенно и не спеша, не спеша. Словно капельки пота и спор, и спор. Из-под кожи сочилась душа, душа. Только начал дуэль на ковре, на ковре. Еле-еле едва приступил. Лишь чуть-чуть осмотрелся в игре. И судья еще счет не открыл. Он знать хотел все от и до. Но не добрался он не до. Не до догадки, не до дна, до дна. Не докопался до глубин. И ту, которая одна. Недолюбил, 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 недолюбил. Смешно, не правда ли? Смешно, смешно. А он шутил, не дошутил. Осталось недорешено. Все то, что он не дорешил. Ни единой буквой не лгу, не лгу. Он был чистого слога, слуга, слуга. Он писал ей стихи на снегу, на снегу. К сожалению, тают снега, снега. Но тогда еще был снегопад, снегопад. И свобода писать на снегу. И большие снежинки и град он губами хватал на бегу. Но к ней в серебряном ландо он не добрался и не до. Не добежал бегун-беглец, беглец. Не долетел, не доскакал. А звездный знак его тец холодный млечный путь лакал. Смешно, не правда ли? Смешно, смешно. Когда секунд не достает недостающее звено. И недолет, и недолет, и недолет, и недолет. Смешно, не правда ли? Ну вот, и вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед. По чьей вине? По чьей вине?